Скажите людям, что я сделаю богатым того, кто принесет мне лучший нож в этом городе. Здрасте. А тут африканское напыление Этот нож создавали по личному заказу. Это невозможно. Какого черта, Фредо? Изидроп. Убийственные цены. Ссылка на сайт и промокод в закрепленном комментарии. Всем привет. Бля, я же говорила ему, что он так и делает. Бля, я думаю, это одна заметила. Здорово всем, кто зашел на стрим. Блять. Всем привет. Знаете, что хочу сначала почекать? Блять, я реально думала, что я одна это замечаю. Он же всегда так делает. Я ему даже когда-то сказала об этом. Мем? Да нет. Ассалам алейкум. Что там? Алейкум ассалам. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Блять, он же реально так угорает. Это пиздец, типа, чтобы вы понимали, на сегодня я хотел собрать, было не было. И фишка заключается в том, что я написал заранее, типа, всем. Нет, не так, вы что, блять, не шарят. Блять, у меня чат не шарит, пиздец. Пиздец, у меня чат не шарит. А, давайте, твердый знак, ну ладно. Пишет У, три У, блять. Ладно, все, блять, было не было. И фишка заключается в том, что я написал заранее, типа, всем. Бустеру, Ариньян, Гинсухи, сука, всем написал заранее в 17:00, чтобы все были. Всем написал Гинсухи, Ариньян, Бустеру. Это как я. Да никто не узнал. Никто не знает, что я полечу в Киев, только строго еще два человека, блять. Или в комнате в Дискорде. И, блядь, на часах сейчас 17:01. И, сука, никого нету. Понимаете, 17:01. Типа, никакого уважения ко мне, никакого. Просто сколько уважения? Ноль. Ноль уважения. Я сейчас в таком типе буду, блядь, реально так делают. Сука, наконец-то собрались. Ладно, давайте начинать. Так. Слава. Первый вопрос тебе. Бля, это гениально. Я вчера еще обратила на это внимание. Это охуенно выглядит. Вот знаешь, еще ничего не хватало? Вот честно, мне, наверное, для полного прям... Для полного... Да куда ее поставить-то? Для полного перевоплощения, знаете, чего не хватило? Именно линз, наверное. Вот, например, Вади, вот именно карие глаза. Например, Тендерли, ну и все, наверное. Короче, было такое, что хотел трахнуть Соло Золу. Бля, братанчик, ну конечно. Сила стрим и рассказала точка, как только вы начали нормально общаться, корчишь из себя партизанку. Тебе самой не кринжево так себя вести. Это вам... У вас такое сложилось впечатление, вам так кажется. На самом деле, если вы знаете, вы знаешь, это вот, как говорить, вот вы просто, ну, не верите. Окей. Вот как, вот так как я не доверяю не всем, так я доверяю не всем из чата, я не могу рассказать все. Поэтому у вас создается у всех такое впечатление. Даже у тех, кто мне верит, кто меня даже смотрит, даже у тех, кто меня постоянно поддерживает там, и так далее. Но даже те люди, которые меня постоянно смотрят и поддерживают, они понимают плюс-минус, что вообще происходит, и они, доверяя мне, даже без всякой подробной информации, понимают, что от чего я это делаю и от чего вот я себя так веду. Вот именно на том стриме. Я же объяснила, что я тут стрим запустила, чтобы рассказать и поставить точку. Я же объяснила все, чтобы уже больше не понимали тему и так далее, не шиперили. Я же объясняла, нет? Я же объяснила уже все это. Но я не могу рассказать, из-за чего. Вы даже не знаете, кто прав, а кто виноват. Вы не можете говорить, ой, да помиритесь. Да ничего вы не знаете. Ничего, я вам ничего не рассказала. Или там, ой, Наташа, ты обиделась. Да вы не знаете, кто обиделся, кто что обиделся, я или он, что. Вы ничего не знаете, я ничего не сказала. Поэтому не нужно делать каких-то выборов, строить какие-то, блядь, заебали. Ну, реально, спасибо. Спасибо тем, кто понимает. Все, я больше ничего не буду говорить. Максим, конечно, было! Конечно, было! Блин, Слава! Бля, Катюх, ну я шучу, ну успокойся ты, ну Катюх, ну успокойся ты, ну я, это все шутки, это все. Я не шучу, если что. Так, теперь вопрос тебе, Хес. А, да?
Смотри, блин, было он ли даже такое? Сел так, как обычно садится Вадя. Вот это вот движение. Так, вот теперь вопрос тебе, Хес. А, да? Смотри, было ли такое, что ты занимался сексом с Братишкиным? Так, ну, ты имеешь в виду сегодня или за эту неделю? Бля, все понятно. Амин, ты тут? Да-да, тут. Смотри, у тебя были, так сказать, коллаборации с Кридом? Вадим! Всю свою ночь чужое дело. Ой, слушай, молчи в тряпочку, Амин. Так, Наташа, вопрос тебе, смотри. Когда ты летела в Киев, было такое, что ты жила в каком-то отеле? Вадя! Отлично было. Где же я еще ночевала? Жёте! Наташа, ну ты ж бойка п***болка, конечно. Ну что, давайте мафию разок. Подойди. А ты что, не ответил на вопрос, я не понял, Вадя. Давай такой, трахался ли ты с Генсухой? Бля, Слава, ты специально это делаешь? Типа, я сейчас в таком тильде буду жестком из-за этих вопросов. А чё такое? Да ничего, Слав, типа, я просто задумываюсь, чтобы кого-то кикнуть из сквада. Типа, фишка заключается в том, что я все время всем задавал нормальные вопросы, вот это... а ты мне задаешь такую херню, короче, ладно, забей, ты тупо тиль. Все, давайте в мафию. Город засыпает. Забавно. Засыпают все, и просыпается мафия. Мафия делает свой выбор и решает, кого же убить. Мне кажется, этом... это лучшая пародия, отвечаю. Вот я посмотрела 3 минуты на префе, могу сказать, что это лучшая пародия, блядь, на всех стримеров, из всех стримеров, из всех пародий, это лучшая пародия, согласна? Аду, мафия засыпает. И просыпается комиссар. Он прям постарался. Комиссар узнает нужную ему информацию и засыпает. Просыпается доктор и пытается вылечить одного. Я вообще не лечила никогда, блядь, себя. Вообще не лечила. Я всегда лечила других. Я не думаю о себе, блядь. Из игроков. И теперь просыпается весь город. А он, типа, убил меня? Ребят, смотрите, только давайте по одной минуте. Типа, никто не орёт, типа, никто друг друга не перебивает. Все, давайте, по одной минуте. Пожалуйста, забейте на поголосуйте. Это 100% Вадим. Это 100% Вадим. Кстати, я гей. Слава! Вы замолчали все? Итак, время голосовать. Кто думает, что мафия — это бустер? 0 голосов. Кто думает, что мафия — это Хесус? 0 голосов. Кто думает, что мафия — это Вадя? Единогласно. Блядь, вы серьезно? Он даже сука, сейчас похож стал, представляете? Что за тиль? Какие же вы сука. Осуждаю. Заранее. Алло, Слав. Прости меня. Так у нас дырявый. Доставайте маркеры. Понял тебя. Дорогие боевые единицы, как вы знаете, мы потеряли одного из наших главных бойцов. Эвилон прямо сейчас находится в бане, поэтому хэштег фрибатя как никогда актуален. Ребят, хочу вам кое о чем напомнить. Фрибатя. Чуваки, такая непростая ситуация сложилась. Давайте поддержим моего парня, то есть друга. Вот, фрибатя. Знаете, чуваки, я готов наконец-то снять маску. Фрибатя. Я поддерживаю... Прошлого раза осталось. Это пиздец. Я так больше не могу. Надо уже чем-то заниматься. Не стримы, так что-то другое. Займусь рэпом. Бу! Все. Да, это фрик сквад, бич, вай. Называй меня батя. Это фрик сквад, бич, вай. Тусуюсь на стримхате. Это фрик сквад, бич, вай. Забанили в России. Это фрик сквад, бич, вай. Сука, ну пустите. Я запустил поток. Генсуха под столом. Она же тот в отеле. Называется мой дом. Пандемия короны в мире случилась из-за мыши. Метки я придумал я, чтобы онлайн стал повыше. Купил тачку, это тиль. Нет онлайна, это тиль. Пиксель батл, это тиль. Сука, полпачка, уйди.
ты. Я побрю свои брови на шоу игры Габара. Чуваки, я все могу, но только ради онлайна. Да это фиг, сквай, бич, вай, называй меня хотя. Это фиг, сквай, бич, вай, тусуюсь на стрим-хате. Это фиг, сквай, бич, вай, забанили в России. Это фиг, сквай, бич, вай, сука, ну пустите. Я взрослый в цифре. Бля, он даже браслетики такие надел. Зебра взнуля своими руками. А теперь якийсь там бустер популярнейший, не жбача чому. Я розмовляю українською мовою, я передаю привіт силу десерта говна. Я слив, сука, 5 мультов, я сожгу эту машину вместе с Литвином. Among Us, бля, это тильт, сука, бункер, это тильт. Мой онлайн чутко просел, бля, верните карантин. Да это фиг, бич, вай, называй меня ботя. Это фиг, сквай, бич, вай, тусуюсь на стрим-хате. Это фиг, сквай, тиги. Это фиг, сквай, бич, вай, сука, ну пусти. Да это фиг, сквай, бич, вай, называй меня ботя. Это фиг, сквай, бич, вай, тусуюсь на стрим-хате. Это фиг, сквай, бич, вай, забанили в России. Это фиг, сквай, бич, вай, сука, ну пусти. Бля, охуенно. Мне очень понравилось. Мне реально очень понравилось. Я очень сильно придираюсь. Ну ладно, 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 ладно. Он в честь меня даже два ролика. Это фиг, сквай, бич, вай, называй меня.